Друзья, хочу вам показать вот такой вот колокольчик, колокол, объединенный с дордже. В общем-то, используется в буддийских ритуальных практиках, звуковых практиках, символизирует единство, сочувствие и мудрости. Верхняя часть сделана из бронзы, нижняя часть из сплава нескольких металлов, бывает 5 металлов, 6, 7, 8, значит, ну, в общем-то, этот колокольчик вот таким вот образом звучит. Звон колокольчика призывает к мудрости всех Будд и взывает к единству учеников, внимания. Ну, одним словом, вот такая вот ритуальная практически вещь. Еще раз хочу, чтобы вы поближе на нее посмотрели. Глубоко символическая вещь. Таким вот мелодичным звуком. Спасибо.